Прилегающая территория не очищена. Входная группа не очищена от снега. Кровля не очищена от снега. А еще снежная кровля, сосульки, лед на ступеньках. Только у одного магазина 7 замечаний. Снег перестал идти вчера, а значит, все убрать нужно было к утру. Таковы правила зимнего содержания территории. У нас есть вопрос к содержанию территории и кровли. Чистота улиц, содержание фасадов и кровли, проблемные зоны инспекция находит каждый день. С начала зимы уже выявили 431 нарушение. Каждое второе – магазины. При обследовании территории выявляется, при выявлении таких вот нарушений, составляем протокол в отношении должностного и юридического лица и направляем на рассмотрение в административную комиссию. Нарушения находят и сами горожане. В день в инспекцию поступает от 5 до 10 обращений. В основном жалобы на скользкие дороги. Скользнул, упал, очнулся, гипс. Потому что нигде не убирают же. Где убирают? Это в Уфе только что ли, это везде и у нас так же. То внимание, где есть острые моменты со стороны граждан, когда граждане указывают на том, что данная территория не в нормативном состоянии, либо существует угроза жизни и здоровья граждан в части содержания тротуаров, где есть гололедица, либо состояние кровель, где есть угроза там, схода. Снега, либо сосулек. Несмотря на большое количество жалоб, пострадавших этой зимой из-за схода с крыш снега или льда в Казани не было. На календарную весну задачи для ВАТИ остаются прежними. Контроль своевременной уборки улично-дорожной сети, работа с собственниками, управляющими компаниями, очистка крыш, вывоз снега. Поэтому расслабляться нам точно не придется. Со следующей недели инспекция переходит на усиленный режим работы, ведь с потеплением на крышах не избежать сосулек. Алина Брежнаевич, Шат Мухаметов, ТНВ, Казань.